Привет, друзья! Ну что, по названию ролика вы поняли. Возвращается у нас автомобильный тематик. Сегодня буду чиповать свой автомобиль X3 G01 2018 года. 2 литра у меня, 190 лошадиных сил, дизель. Сделаем сейчас замеры до, ну и, соответственно, после. Заявляет 8,3, но мне кажется, она едет намного медленнее. Два разгона, в среднем где-то получается 9 секунд. Сейчас делаем чип, смотрим. Секунд с результатами я доволен, на самом деле очень, где-то 235 лошадей, но опять же надо делать стенд, чтобы быть точным, ну обещает где-то так, и 480 момент. Надеюсь, ролик вам понравился, ставьте лайки и до новых встреч.